Пассажир такси, перевозивший криминальную смесь, попался в руки полиции на Чуркине. Молодой человек пояснил, что пристрастился к наркотикам из-за проблем в личной жизни. В тот вечер наряд ДПС, дежуривший на улице Черемуховой, остановил автомобиль такси. После проверки документов к водителю машины у полицейских вопросов не возникло. Подозрение стражи порядка вызвало состояние пассажира. Мужчина не сразу реагировал на просьбы выйти из авто и заметно нервничал. После личного досмотра выяснилось, что повод для переживания у молодого человека действительно был. В кармане куртки парня оказался сверток с подозрительным веществом. В разговоре с автоинспекторами Богдан, именно так зовут задержанного, пояснил, что решил разнообразить вечер и утолить печаль при помощи наркотиков. В качестве душевного лекарства мужчина выбрал курительную смесь, известную в широких кругах как «спайс». Свое криминальное увлечение гражданин отрицать не стал. По его словам, желание забыться с помощью наркотиков у него возникло после череды проблем в личной жизни. Такая ситуация получилась, то что что у вас курительная смесь лично для себя. То есть не на продажу? Да нет, вы что, никогда до этого не употреблял. Вообще часто употребляете? Нет. Полгода как разошелся со своей семьей. А разошелся не за наркоты. Как выяснилось, до поездки в такси мужчина успел выкурить часть приобретенного вещества. Также задержанный рассказал, что имеет криминальный опыт. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Сейчас попавшего в депрессию жителя Владивостока ждет череда новых трудностей и испытаний. Вполне вероятно, что к уголовной статье в его биографии добавится еще одна – захоронение наркотиков.